Этот район называется Вазастан, куда мы сейчас выехали с Ридинге. Тоже очень красивый район, на холмах. Здесь справа две православные церкви, одна греческая святого Георгия и вторая русская православная церковь, Свято-Преображенский храм, да, очень древний, еще дореволюционный, по домофорам Константинопольского патриархата. Сейчас время уже 7 часов вечера, но очень солнечно. Я очень люблю Стокгольм и летом, и осенью, и зимой, и весной. Сейчас я направляюсь домой. По этой дороге дальше поворот направо, где-то через 3 километра. У нас сравнительно небольшое движение в городе по сравнению с Москвой или Петербургом. Ну, конечно, если не брать час пик обычно начинается в 8 утра до 9 и где-то с 4 до 7 вечера.
сейчас мы переезжаем на другой остров. Где расположен большой район Белинди. Ромма, Белинди. Как раз впереди мост.